сказка Георгия Алексеевича Скребицкого «Передышка». Она стоит от всех в сторонке, здесь на высоком бугорке, зеленых веток рубашонку полощет в летнем ветерке. Идя из леса, ребятишки под ней присядут отдохнуть. Ее прозвали «Передышкой». Передохнул и дальше в путь. От деревни до ближайшего леса дорога шла через широкое поле. Идешь по нему в летний день, солнце печет, жара. Кажется, конца краю нет этому полю. Но как раз на половине пути у самой дороги росла зеленая развесистая береза. Кто бы из леса в деревню или обратно не шел, обязательно сядет да отдохнет в прохладной тени под старым деревом. И так это славно бывало. Кругом все поле даже блестит от солнца, а под густой березой свежо, прохладно. Над головой зеленые листья шумят, будто зовут присесть, передохнуть немножко. Вот и прозвали эту березу местные жители «Передышкой». Ранней весной только пригреет получше солнце, а передышка уже зазеленела, стоит среди поля, нарядная, сплошь усыпанная клейкими молодыми листочками. А осенью передышка становится вся желтая. Подует ветер, полетят с дерева золотые листья. Целые стаи перелетных птиц садились передохнуть на березу. И так уж бывало заведено из года в год. Много лет уже человек идет из леса в деревню. Птица ли откуда издали прилетит, для всех береза посреди поля отдыхом служит. Но вот однажды осенью возвращались ребята домой с вязанками хвороста. Дошли до березки и, как полагается, отдохнуть уселись. Кругом по-осеннему-то неприютно. Поле пустое, серое. Давно уже с него хлеб убрали, только сухое жнивье жесткой колючей щеткой торчит. А у самой дороги картофельные гряды темнеют. Ботва на них почернела, дожди да ветры прибили ее к самой земле. Посидели ребята немного под деревом, а потом кто-то из них и предложил: «Давайте-ка костер разведем, погреемся, картошку залей с печем». «А че, сказано, сделано!» Наломали сухих палок с хвороста, стали костер разводить. А он и не горит, ветром огонь задувает. «Постойте-ка!» — кричит один мальчуган. «Тащите-ка сучек к березе, вон у самых корней будто печурка, там уж костер точно не задует!» Так и устроили они. С тех пор ребята приладились между корнями березы костер разводить, картошку печь. И огонь разжигать-то было удобно. Надерут коры с той березы, она жарко горит. В один миг костер разгорается. Всю кору внизу с дерева ободрали, а между корнями огонь выжег большую, черную дыру, настоящую печь. Наступила зима. Ребят перестали ходить в лес. Все кругом и поля, и леса засыпал снег. Посреди белого поля виднелась одна только береза. Ее ветви обледенели, покрылись инеем. И когда утром вставало солнце, береза казалась нежно-розовой, будто нарисованной тонкой кистью на синем фоне морозного неба. Только внизу у самых корней по-прежнему чернела обугленная дыра. Но и она теперь не очень была заметна. Снаружи ее слегка припорошил снег. Но вот зима прошла.
Потекли ручьи, запестрели в поле проталины, все кругом зацвело да зазеленело. И только одна передышка в эту весну не покрылась ни густой зеленой листвой. Она стояла голая, потемневшая. Ветер поломал у нее сухие ветки и оставил лишь крючковатые толстые сучья. «Засохла наша березка, не будет теперь передышки», — говорили в деревне. А потом однажды приехали люди на дрогах, с топором, пилою свалили сухое дерево и увезли на дрова. Остался от передышки только один пень — и черная обугленная дыра под ним. Шел как-то раз лесник из деревни к себе в сторожку, и ребят с ним тоже шли в лес по ягоды. Дошли до середины поля. Жара! Укрыться от солнца негде. Один пень у дороги торчит. Поглядел на него лесник, рукой махнул. «Это у кого ж это? Хватил совести передышку сгубить. Выжгли такую дырищу у самых корней, да еще всю кору со ствола ободрали». Ребятам стало так стыдно. Вот ведь они что наделали-то по незнанию. Переглянулись между собой, да и рассказали все леснику. Тот головой покачал. «Ну, что было, не воротишь. Теперь нам надо вашу вину исправлять». Ребята обрадовались. «Только как же ее исправить-то?» «Да вот как. Осенью приходите ко мне в сторожку. Выкопаем мы молодых кустов да березок и всю дорогу ими обсадим». Так и решили. Было это 10 лет назад. А теперь от деревни до леса вся дорога деревьями да кустами обсажена, а посреди пути торчит старый широкий пень. В этом месте по-прежнему все садятся передохнуть. Сидят кто на пне, а кто просто так на земле, под тенью густых молодых березок. И это место зовется по-прежнему «Передышка».